знаю, что будет почистить. И там, мне кажется, вот здесь вот у меня должны быть веточки. Смотри, есть как бы, ну, во-первых, уже разделила, математически разделила на равные части. Но есть, в принципе, два пути. Путь первый. Ты какой-нибудь чертишь себе рисунок чего-то, что у тебя там внутри происходит. И вот постепенно у тебя рождается какая-то форма векторная. Да? Это путь первый. Путь второй. Ты идешь от световых пятен. Ну, чтобы тебе не запачкать картину, например, я тебе чуть-чуть тебя не обуславливать именно моими мыслями. Ты бросаешь себе какие-то цветовые пятна. Допустим, здесь. Можно даже просто закрыть глаза. Вот такие как бы по ощущениям, по каким-то. А потом, когда ты откроешь глаза, или, например, ты с открытыми глазами начинаешь накладывать какие-то цветовые истории, у тебя возникнет некий ассоциативный ряд. То есть это станет на что-то похоже. И ты начнешь уже развивать то, что у тебя как бы лежит внутри подсознания. Угу. По большому счету два пути. Это путь вот цветовых пятен и путь векторного рисунка. Ты что-то себе... И это тоже становится на что-то похоже. Угу. То есть от общего к частному. Right? Уже так цветет. Может и сойдет. Не будет оно... красиво смотреться все на одинаковом фоне. Значит, просто одну половинку тогда притемни. По большому счету ты используешь как бы те же цвета, все то же, только чуть в темной, чуть в тем, более темном проявлении. Сюда же, да? Набросаешь. Причем как бы степень темности, в принципе, регулируешь сама. Но, видишь, это красного мне не надо. Оказывается, надо. Да, без красного цвета пока никак. Понимаешь, вот эту вот степень темности, причем по большому счету края у картины, они, чем они как бы темнее, чем глубже эти края, тем меньше претензий к самому художнику. Какие-нибудь переходы сделаешь. И вот тогда уже, когда у тебя появится вот здесь темность, тогда ты можешь здесь себе начинать набрасывать подкладку под цветочки. Подкладку. И потом, когда у тебя эта подкладка появится, подкладочный материал, ты себе можешь формировать сверху всякие букашки. Как ты там вот их там наформируешь. Но если это будет сразу отдельно какой-то цветочек, я даже не могу так сделать. Но тем не менее, сразу отдельно цветочек. Без подготовки. Это будет. Вот это я тебе положу, чтобы было понятно. Вот здесь. Да. Ну, отличается. По живописности очень отличается, правильно? Как бы ты тут не умудрял, как бы ты тут не изощрилась. Выписывание лепестков, так и дальше, это будет аппликация. А это уже будет. Точно. Значит, где-то если есть возможность, может быть, какие-то красивые мазочки оставить, а где-то вот пальчиком их смазать. Потом, обрати внимание, подожди, вот сейчас попробуешь вот здесь вот, и как будто он у тебя, знаешь, как в жиже палец бродит. Вот если ты встречаешь вот это вот жижеобразное состояние, значит, минут на 5-7 с этим местом лучше не работать. Допустим, ты его размазала, вот фоновые какие-то отвела пятна и забыла это в рельеф минут на 5. Лучше займись чем-нибудь другим,
Потому что сколько бы ты сюда сейчас не вкладывала краски, слишком. Она будет в жижу превращаться. А так она чуть-чуть пристаканится и все будет. По большому счету это не так сложно. Смотри, взяла, вот ты оставляешь вот эти сопли. Есть моменты, когда они нужны, эти полосатости. Но в твоем случае лучше бы ее довести до более или менее однородного состояния. Лучше потом вот еще туда вложить вот эти деталюшки. Тут волосатая, а тут не очень. Так, потом сильно заигрываешься с красным. У тебя же еще есть. Явно не то получается. Ну, оно может быть и не совсем то, но настроение. Это что же? Смотри, все меняется. Вот мы берем синий, вот мы берем коричневый, вот мы берем, допустим, красный сюда же. Вот на себе. Все. Все поправляем. Вот у нас и тут уже напряженная ситуация. Сейчас. Если не нравится, потом смотришь. Если я так начну делать, у меня будет это калаш. Ну ты не получится. Получится. Ты просто не пробовала еще. Набираю на, не на все, а на кончик, вот на этот. Поставил на ребро. То есть у меня даже вот ничего, вот я представил мастихину, у меня ничего не осталось на холсте. Вот я забрал, ничего не осталось. Теперь я чуть-чуть его придавил к холсту до момента, когда краска туда начинает прилипать. И провел, просто одним движением провел. То есть я ж, да? Не возил. Попробуй. Видишь, как вот это пятнышко не убираю, которое мне понравилось. Иногда можно вокруг одной кляксы сделать картину. Я просто вообще не понимаю, что делать. Не поймешь, что делать. Ну, мы что рисуем? Давай мы с тобой определимся, что мы рисуем. А? Бог его, так, Господи, а что ж тогда, о чем тогда задумываться, если это Бог его знает что? Может, Бог его знает, что и рисуем. Рисуем просто красивость и все. Не работает, я тоже так хотела. Надо знать, что рисуешь. Да не надо сильно знать, просто нужно неким образом пытаться потихонечку видеть красивое. У меня, честно говоря, вот сколько я общаюсь с женщинами, я не могу никак понять. Вот, значит, красивую помаду они видят, красивые там сумочки они видят. Ну, они, это вы. Все это, главное, видят. А тут какие вопросы? Что? Что это? Вот что это? Не знаю, красиво. Ну какие-то вот, допустим, намеки на какие-то на цветы. Цветы. Да, если сильно яркий парнишка. Вот что вы, ребята. Не знаю, что ты накалякал. Это вот то, что ты. То, что ты накалякал. Что это? Надо брать картинку какую-то, рисовать, да. Я всегда говорю, что изначально, для того, чтобы иметь представление о том, как это все создается... Я тебе предлагаю ехать на Андреевский, купить по картине. Не, на Андреевский не надо ехать. Там очень редко встречается чего-то такое достойное. Ну, вообще не шучу. Купить картину, еще нарисовать такую же картину. Не знаю.
Я бы, честно говоря, вот взял бы на твоем месте. Нет, повозюкался вот с этими мазками. И так оно получается все. Здесь как-то так прикольно. Должен же быть смысл какой-то, что это вообще, вот, что, просит, что это? Муж. Это букет или ветка, или... Ну, я не вижу, знаю, найди себе смысл какой-то. Да, многие люди находят смысл жизни, многие люди не находят смысла жизни. Те, которые не находят смысла жизни, они очень, как бы, сильно отличаются от тех, которые находят. Но те, которые находят, на самом деле ничего не находят. Вот займись вот этим... ерундой вот этой, поиском вот этого смысла. В чем смысл? В чем сила, брат? В чем сила, брат, да. Ты ж... Я вижу одно. Або воно красиво, або воно вульгарно. Ничего не понятно, но здорово. Но здорово, да. А мне понятно, это конкретные цветы. А вы потом пообменяетесь. Это точно. Не твоя непонятность. Смотри, у тебя же здесь может быть какой-то, к примеру, василек большой. Не, вот эти были лучше. Ну сделай лучше. Это все они какие-то одинаковые. Ну сделай лучше. Вот сам вот этот морковочный, да, можно, к примеру, подчеркнуть. Он еще более станет морковкой. Так. Вот тут вот нефально. Вот ты сама уже начинаешь замечать, где оно, смотри, где оно из фона выходит, там красиво. Как только где-то оно приклеено, это становится аппликационно. И уже не сильно прикольненько. Ну, здесь чем-нибудь. Нашвыряй, поразмывай. Чтоб там тоже было ощущение каких-то, на свету каких-то цветов. А потом сверху мы даже сюда даже срежем что-то. Просто срежем. И потом сверху сюда еще и свет можем зашарашить. Я так не поспеваю за вами. Подпиши. Просто, чтобы вы не думали, что я не скажу. Просто, ну, такая традиция. Да, понятно, понятно. Подписывать. Подпиши, подпиши, подпиши. Если кому надо, я могу там. Это не скромность. Это не скромность. Я просто люблю подписывать. Белого не хочешь, никуда добавить? Белого? Да. Смотри, у нас сейчас здесь как бы вот таких нету акцентов. У нас как бы все разбросано. Может просто нарисовать парочку таких цветов? О! Таких каких-то? О! Можешь, попробуешь? А где ты хочешь? А ну давай мы с тобой посоветуемся. Здесь. Ну давай, попробуй. Ну если что, сотрем. Попробуй. Ну смешно. Хорошо. А, вот эти, да? Согласен. Да, согласен. Согласен. Можно я еще вот здесь? Если ты не против. Наоборот. Вот эти ярче, а те темнее. Ну смешно. Здорово. Делать. Нормально? Да. Страшно? Абсолютно классно.